Вы с супругой, насколько я понимаю, больше 20 лет вместе. Брак – дело очень непростое. Есть у вас Хорошее какие-то... дело брака мне назовут. Есть у вас какие-то там секреты вашего семейного счастья или какие-то принципы или правила вашей семьи, которые позволяют вам столько лет быть вместе? Четкого сценария нет ни у кого, и секрета тоже, потому что все индивидуально. Это как, наверное, как вот подготовка к Олимпийским играм. Да? Если бы можно было вот так вот все написать, вот так вот сделать, и ты будешь точно олимпийским чемпионом, то все бы так сделали. Мне кажется, в любых отношениях это самое главное – это уважение друг к другу. 100%.